Сотрудникам известной торговой сети уже третий месяц не платят зарплату. Работники «Пятерочки» в отчаянии обратились в нашу редакцию. Рассказать о своих несчастьях собралось с десяток женщин. И это лишь те, кто смог приехать. Все они от зари до зари работают уборщицами. Каждый раз звоним, когда придут деньги, когда мы с ними по-хорошему, лояльно, не кричим, ничего, не скандалим. Они нам только обещают, постоянно обещают, сколько можно, как жить. Как жить? Вот как можно жить? Значит, или не работать на самом деле, или что нужно делать? Официально эти работники прикреплены к клининговой компании «Примекс», у которой заключен контракт с «Пятерочкой». Цепочка получается следующая. Торговая сеть перечисляет деньги первым, а те, в свою очередь, оплачивают труд своих работников. Где затерялась зарплата, неизвестно. Вот опять пообещали на следующей неделе зарплату дать. Ну, это уже не первая неделя. Это связано с тем, что клининговой компании не перечислили «Пятерочка» деньги, а «Пятерочка» говорит, что клининговая компания нас обманывает, потому что деньги они перечислили, мы не знаем, куда обращаться. Директор клининговой компании лично с журналистами встретиться не захотела, но в телефонном разговоре пояснила: сейчас «Примекс» активно обсуждает вопрос оплаты заказчиком «Пятерочкой». Задолженность подрядчикам будет погашена после оплаты заказчикам. Мы и заказчик работаем в рамках договорных отношений, и в данный момент мы находимся в стадии согласования сроков оплаты. При этом «Пятерочка» действует в рамках договора, где указано, что на некоторый срок компания имеет право задержать оплату, и срок этот подходит к концу. Как нам сообщили, сейчас некоторые работники уже получили свои честно заработанные деньги за июль, а предположительно со следующей недели начнутся выплаты остальных задолженностей. Если же этого не произойдет, то обманутые уборщицы перестанут обивать пороги офисов своих работодателей и будут вынуждены обратиться в трудовую инспекцию. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.